Чемпион СТ-861БС. Этот бензиновый снегоуборщик для бытового использования обращает на себя внимание наличием в конструкции надежного и производительного двигателя, разработанного американскими инженерами компании Briggs & Stratton, мощностью 9 лошадиных сил с рабочим объемом 250 кубических сантиметров. Емкость топливного бака 2,7 литра. Горловина масляного картера выведена на один уровень с топливным баком для удобства контроля за уровнем масла и его замены. Для запуска двигателя установите ключ зажигания. Откройте топливный кран, переместив рычаг в рабочее положение. Установите рычаг воздушной заслонки в положение закрыто. Переведите рычаг газа на 1/3 хода в сторону положения максимальных оборотов двигателя. Нажмите на праймер подкачки топлива 3 раза, после чего плавно с усилием потяните за рукоятку стартера и запустите двигатель. После успешного запуска не забудьте открыть воздушную заслонку. Для легкого пуска двигателя при помощи электростартера подключите внешнее питание электросети 220 вольт и после проведения стандартной подготовки вместо использования ручного стартера нажмите кнопку «Старт». Конструкция стального ковша снегоуборщика обеспечивает ширину уборки в 61 см, высоту в 54 см. Составной шнек диаметром 30,5 см с зубьями агрессивной формы установлен на вал с торцевыми подшипниками. Срезные болты защищают редуктор при попадании посторонних предметов под шнек снегоуборщика. Редуктор обслуживаемый, есть масленка. Производитель рекомендует добавлять смазку редуктора каждые 50 часов работы. Металлический желоб выброса снега снабжен червячным механизмом поворота в диапазоне 180 градусов по горизонтали. Дальность выброса до 15 метров регулируется рычагом с панели оператора. В основании желоба установлена решетка-улавливатель льда и камней. Стальные двухсторонние опорные лыжи в нижней части ковша предназначены для изменения расстояния между скребком и убираемой поверхностью. На участке с гравием это расстояние лучше увеличить, чтобы исключить захват камней шнеком, а на ровной асфальтовой поверхности уменьшить, чтобы повысить эффективность работы снегоуборщика. На панели оператора расположен рычаг переключения передач фрикционной трансмиссии. Можно выбрать 6 скоростей вперед и 2 заднего хода. Рукоятки включения привода шнека и привода хода взаимоблокируются, что позволяет свободной рукой управлять желобом выброса прямо во время движения. Важно отметить, что рукоятки оснащены электроподогревом, что добавит комфорта во время работы. Кнопка включения подогрева рукояток, включение фары для работы в темное время суток и комплект запасных срезных болтов расположены на торцевой части панели оператора. Кроме прочих достоинств снегоуборщика, необходимо отметить опорные колеса диаметром 35 см с агрессивным рисунком протектора и окраску металлических частей снегоуборщика, устойчивую к воздействию коррозии. Приобрести бензиновый снегоуборщик «Чемпион СТ-861БС» можно в магазинах «Купи на дачу» или заказать в интернет-магазине купинадачу.ру.